дорогие. Аж а, Гильды? Чоп-чоп. Мы идем на Каоты, последнее утро. Автобус у нас вечером. Мы готовы с мужиком. Потреблению пищи. О-о-о. Вчера мы так время провели. Сидели там в баре, сидели. И потом ушли. Домой зашли в комнату. Я так думаю, час чуть-чуть полежу, и заснули мы с ним. И вот так мы провели весь вечер. Уснули, и в 12 проснулись, никаких никуда невозможно было выйти. Вот такие вот мы. Да, вот так мы с ним вчера повеселились. А, уже не так много людей. Видите? Так, посмотрим, что нам сегодня предложат. Найден. Так. Уже на все что-то как-то смотреть нам не то. Кашкин Бурасыны. Сиджак сют. Горячая вода. Я смотрю, что иностранцы очень много времени уделяют на... Видите, компотик какой здесь. Ой, вот эти мне нравятся, канапешки, но действительно хватит. А сегодня с баклажаном они. А это можно прям взять так, наверное, по желанию. Так, нас что интересует? Это что-то вкусненькое. Это что? Что это за сырные булочки? Булочки. Сегодня, наверное, менемен. Ашкам, сын менемен из термоса? Явки. Йок. Здесь ничего нет. Что это? Шакшука. Ну что, будем накладывать. Ашкам, буе. Набрала я себе тарелку. Это... Даже гюзлимы здесь есть. Приятного нам аппетита. Ну, естественно, мы это не съедим, но глаза жадные, как всегда. Мы сюда еще вернемся. Как раньше начнем бурья? Бакмасы натла. Он не может. Все, как он боится, что кого-то на голову упадет. Мои дорогие, мы прощаемся. Благодарю Вселенную за все. Было очень хорошо, вкусно, весело. Благодарю. Пока-пока. А какая толстая кошка, Ашки Блекадаршишко. Вот наш красивый отель. Благодарим, благодарим, благодарим. Ух, не казак. Гюзельц. Погода замечательная. Хотя по прогнозу был дождь, я Вселенную попросила, чтобы у нас была шикарная погода. Вселенная нам дала. Самолет, самолет. Как интересно, тут их постоянно летают, эти самолеты, и мы вообще никак не реагируем. А в Мерсине такой страх у нас. Все, пошли мы. Такая счастливая.
Столько я набрала тканей. Вы не представляете, какие ткани вам покажу дома. И молнии. Эфенди! Какая красота. Вот это все 20 лир, остальное все дорогое. И вот я что-то среди этого выбрала. Эфенди, Машка. Второй магазин, который мы искали, Кумаш, нашли со Шкивом, но, к сожалению, здесь закрыто. Воскресенье. Ну, ничего страшного, друзья мои. Самое главное, мы купили кое-что хотели. Пошью это, потом приедем со Шкивом еще сюда. Да, Шкив? Да. Все, пошли. Друзья мои, купили мы ткани достаточно, что есть, то есть, ничего. Не успели в труд попасть, ну, значит, не судьба. Светлана будет пока это шить. Когда только будет это делать. Мы решили с Ашкемом походить, погулять, время скоротать и пообедать здесь. Так что наступает новое. Новое приключение. Здесь есть марка Манго. Потом зайду туда, посмотрю, что здесь интересного. Пьер Кардин. Сейчас идем их покушать. Когда человек сытый, он добрый. Правильно? Воскресенье, все сюда приходят, молодежь. Так, мы решили на балкончик Варольда. Так, мои дорогие, посмотрим, что здесь вкусненького есть. Салатики, супчик. Терияги сичак мерджимик чорбасы. Пармак пататес. Кюнифе. Фундук линефис. Фурен сутлач. Эшсис лезетли. Лезет таки туршу. Чёрбу аж там заказал. Мой сладкий я скип, только мне купил всего. Мой сладкий. Окей. Попробую сейчас. Принесли нам всё. Искендер. Мы так давно не кушали турецкую еду. Ну, гёзлими кушали, да, гёзлими кушали. Приятного нам аппетита со Шкемом. Друзья мои, купили мужу точно такие же кроссовки, как у меня. Потому что я очень хотела, чтобы у мужа были такие же. Мы же будем идти вдвоем. И он одел такой, смотрите, возле кассы стоит уже в этих новых. Потому что у него устали ноги у его белых. Так что вот, довольный такой мужичок у меня пошел. Мужичок мой, мужичок. Сидим и смотрим. Ходим, ходим. Ничего такого удовольствия я не получила от этого форума. 1900 Коритекс. Вот, как красиво. Какая-то новая модель, и это тоже три с чем-то. Какая красота. Классная тоже. А, ну они летние. Вот эти кожаные. Наверное, 3000 будет стоить. Я так думаю, и эти тоже красивые. Это модель новая такая. И это. Они около 3000. И муж, посмотрите, какой довольный. А Машка, матлет. Анталии пахнет Новым годом.
много людей. В общем, мой муж еще купил маечки две. Я так рада, адидасовые такие класснющие. Белую, черную. Обалдеть. Сейчас у нас еще есть час, полтора, мы погуляем и потом пойдем. Дашка? Да. В какой красоте мы с мужем сидим. Пришли сюда. Помните, первый день мы пришли, где крепость? Решили пройтись, потому что у нас есть очень много времени, еще час, наверное, надо как-то его потратить. Чаек сели, попили. Сейчас посмотрим, посидим и будем возвращаться. Спасибо, Анталия, за гостеприимство. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.